Приветствую всех, Одесса. Мы с вами на Ланжероне. Дело уже потихонечку идет к завершению сезона. Уже поубирали пальмы. Посмотрите с пляжа. Эти еще пока что остались. А вон их туда все стягивают. Да, в принципе, как обычно. Эти пока что стоят. Вот. А здесь уже нету пальм. Но скоро эти тоже уберут и увезут в теплое место до следующего года. А в следующем году снова привезут. Вот. Пойдемте посмотрим с вами море. Наше прекрасное Черное море. Походка сегодня слегка ветреная. Но я вчера и говорил об этом. Вечерком уже ветер вчера снялся, но тем не менее было комфортно. А сегодня прям ветерок такой не слабенький. Какое красивое море. Просто обожаю.